И это наш бестселлер. И да, действительно, это наш бестселлер. Мы с вами нарядили кровать. Давайте подберем на шикарный наряд для окошка. Многие уже оценили, видимо, друг другу позвонили, чтобы те включили, посмотрели нашу шикарную презентацию. Шторы Полька вашему вниманию. Роскошные совершенно. Это целый огромный комплект. Это 6 предметов по одной цене. Это целый готовый дизайнерский ансамбль для вашего окна. Юлечка, ты знаешь, я знаю, что тюль одна продается, а один тюль продается и стоит он где-то больше 7000 рублей. А у нас целый комплект за 1450 рублей. Вот такая красота в вашей кухне в двух цветах. Прекрасно будет освежать ваш интерьер. Юль, ты знаешь, я сразу представила. Да, на кухне замечательно, но в беседке тоже можно повесить. Да и в гостиной, почему нет? И абсолютно универсальный вариант именно летних облегченных штор из уплотненного шифона. Это полиэфирное волокно нового поколения. Замечательно отстирывается, поэтому правильно мы что назвали их кухонными шторами. Туда самый лучший вариант. Но это универсальная вещь. Пожалуйста, в детскую, пожалуйста, в гостиную, в загородный дом. Очень хорошо пропускает свет. Не будем вешать все-таки, Олечка, летом такие тяжелые портьеры на окна. Нам хочется чего-то светленького, чтобы солнечный луч, ветерочек проникал в нашу комнату. Красиво, а главное, прекрасно с дизайнерской точки зрения расширяет визуально пространство. Светлые пастельные оттенки, они работают замечательно на расширении пространства. Если даже у вас маленькая комната, она станет большой визуально. То есть можно и визуально расширить пространство, любимые телезрители. Я сейчас хочу обратиться именно к вам. Вот сейчас посмотрите на свою кухню. Старый холодильник, старая плита. Да знаю, у меня все это так же уже наскучило. Хочется хоть каждый день обновлять интерьер. Так вот, знаете, окошки оформите правильно. И будет казаться, что вы сделали в вашей кухне ремонт. Вот представьте, вы выходите с утра, завариваете свой любимый кофе, быть может, чай. И смотрите, попивая чашечку чая, потрясающим комплектом кухонных штор под названием «Полька». Прекрасный материал, великолепный интерьер, преображение вашего интерьера. А вы посмотрите, я уже занялась этим преображением. В наш комплект входят два основных полотна, 1,50 м на 2 м, два ламбрикена в роскошном стиле модерн, арочное пространство, это яркий представитель модерна. Сегодня этим летом это модно, у дизайнеров это сегодня девиз. И плюс два подхвата, вот Олечка нам тоже демонстрирует, как можно собрать наши шторы, красивую эффектную драпировку создать и пустить больше света в нашу комнату. Как будет у вас красиво. А на кухне свежо. Даже и еда-то у хозяйки будет хорошо готовиться, вкусно. И будет, когда настроение, когда окошко красивое. А как правило, плита стоит рядом где-то с окном, очень хорошо готовится. Вот как раз хотела тебя спросить. Плита стоит рядом с окошком. Конечно же, жир тоже попадает на наши шторки. Как будем ухаживать, Юлечка? Очень легко. Алло, у нас есть звоночек. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Очень приятно, что вы наконец-то дозвонились нам в прямой эфир. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Не сядут ли эти шторы после стирки? Угу. Спасибо большое, Леночка, за вопрос. Никакой усадки шторы не дают. Это, я еще раз повторю, если вы, может быть, поздно включили телевизор, полиэфирное волокно нового поколения, оно не дает усадки вообще. Плюс я еще расширю свой ответ. Вы стираете при температуре 30-40 градусов, вообще гладить не нужно, во влажном виде вешаете на карниз, они отвисаются, принимают форму. И гладить даже не надо. И абсолютно не нужно гладить, отлично. То есть это экономия для вас, хозяюшки. Летом хочется себе больше времени уделить своим близким, а не какой-то уборщик. Это понятно. Плюс, если вдруг вы загрязнились сильно, особенно ламбрикен, на кухне вверх оседает всегда жир, мы готовим, это происходит в любом случае. Стирайте, пожалуйста, с любимым моющим средством 30-40 градусов. Усадки не дает. Мы ответили на ваш вопрос, Лена? Да, прекрасно, замечательно. Спасибо. Елена, простите, пожалуйста, я хочу задать вам вопрос. Вы какого размера ваше окошко на кухне? Мне очень интересно. Ну, приблизительно хотя бы. На кухне стандартное. Больше этого или меньше? Чем наши? Меньше. 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 Вы сможете подстроить эти шторы под ваше окно и создать эффектную драпировку. Я сейчас расскажу вам, как это сделать. Там шторная лента, вы соберете. Вот мы видим с вами крепление. Оно, кстати, универсальное. И мы сейчас подробно вам расскажем. Лен, вы оставайтесь на линии. Как сделать так, чтобы шторы подошли именно под ваше окно? Вот я не зря задала этот вопрос, потому что, Елене, потому что действительно это универсальный комплект ваших будущих кухонных штор под названием «Полька». То есть они адаптируют
адаптируются под размер вашего окна. Да еще и у нас есть два цвета на выбор. Какой цвет выбираете вы? Лично мне нравится эффект чайных роз, потрясающий, который мы только что видели. Но, может быть, вам больше понравится наше следующее предложение. 1450 рублей за целый комплект. И ламбрикены, и два полотна, потрясающее светлое окошко. Ваше новое. А сейчас следующий цвет. Вот он, второй цвет. Посмотрите, нежная бордовая гамма, такой очень красивый орнамент, как будто, знаешь, на дорогом фарфоре рисунок. Угу. Очень эффектно сделано именно на белом полотне. Она выглядит как вуаль. Кстати, наши шторы универсальны. Знаете еще чем, Оль? Можно их миксовать с тяжелыми портьерами потом зимой. То есть летом использовать летний вариант, а потом под ламбрикен просто однотонную портьеру делаешь, а убираешь шифон. И очень будет красиво. То есть это еще и трансформер. То есть это обычное, простое дизайнерское решение я вам предлагаю, но вот с одними шторами у вас будет все время меняться окошко, то есть это очень интересно. Итак, любимые телезрители, вы помните, что сегодня удивительный день на телеканале Shop & Show? Помните, на календаре лето, июль, и сейчас распродажа на телеканале Shop & Show. Завтра, да завтра уже этих штор не останется. Посмотрите, 6 предметов, 2 ламбрикена, 2 портьеры и 2 подхвата. 6 предметов по цене 1450 рублей. Ниже цен не бывает, не ищите. Олечка, помогай мне вот так вот, чтобы было видно, как можно сделать фактурные складки. Лена, если с нами еще на линии или просто смотрит нас, вот та девушка, которая звонила нам в эфир, я вам объясняю, как подстроить под ваше окошко, раз оно у вас небольшое на кухне, под размер вашего окна. Здесь шторная лента, вот она, смотрите. Здесь лента-стяжка, она прекрасно стягивается, здесь крючочки. И вы подстраиваете под размер вашего окна. Ничего дополнительного вам покупать не нужно. Карниз вам менять тоже не нужно. Будь у вас штанга с кольцами, пожалуйста. Там на крючочек повесили и на круглую штангу разместили. А может быть, у вас прямоугольное обычное крепление с крокодильчиками, тоже пожалуйста. То есть абсолютно универсальные шторы с универсальным креплением. 1450 рублей! Я еще раз напоминаю вам, что у нас один последний день распродажи. То, что вы сейчас видите, то, что перед вами, а в данном случае это великолепный комплект чудесных кухонных штор Полька, больше вы такого предложения по такой цене не увидите. Последняя возможность позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонки в России бесплатные. Какой цвет вам больше нравится? Вот такой, какой висит у нас в студии, или следующий? Как он называется? Олечка, здесь разбеленный бордо, а здесь у нас чайная роза на окне украшает нежнейший цветок. И это пастельный оттенок, мягкий, теплый, домашний, уютный, роскошный, конечно, рисунок. И тот, и другой здесь уже просто на ваш вкус. Я считаю, Оль, по такой цене можно брать себе в подарок. Да, мама у меня была бы рада. Вот загородный дом у нас замечательно подошло бы. Юлечка, у нас у всех есть дача, у нас есть веранда, у нас есть друзья, которым тоже нужно подарить новый комплект штор. Полька, помните это название, это шифон. Это вечный праздник у вас на кухне. Ну, представьте свою кухню и эти шторы. Вот закройте на секундочку глаза. Ваш кухонный интерьер. Какой цвет подойдет вам больше? Если этот, посмотрите сразу, какое произойдет преображение. Солнечные лучи будут попадать к вам на кухонку. Настроение будет повышаться. А если окошко откроете, этот шифон будет так слегка колыхаться. Развиваться, это очень красиво. Романтично. Движение. Когда движение есть в комнате, это тоже пространство, это тоже визуальное расширение пространства. И, конечно, обработка. Да? Давайте мы посмотрим. Очень аккуратно все сделано. Здесь кружевной оверлок, который делает край таким слегка волнистым, присборенным, очень симпатичным. Ни одной ниточки не торчит. Смотрите, какое качество. За это вот я радею всегда особо, потому что хочется, чтобы, да, кроме красоты, еще и мы качественные вещи с вами получали. Очень все обработано ювелирно. Молодцы наши производители. Просто произведение искусства. Несмотря на то, что он вот такой тоненький и нежный, вы не переживайте. Полиэфирное волокно очень-очень прочное. То есть вы стираете даже не на деликатной стирке, а на обычной 30 минут, 30-40 градусов. Мы ориентируемся на ламбрикен. Выбираете свой цвет, чайная роза или шикарный фарфор.